Алло всем и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас понедельник, вчера было воскресенье. Тут у меня немножко темновато, все закрыто вчера, вернее закрыты окна. Вчера у нас было 40 градусов, это вообще, это ужас было. Хорошо, что на даче два раза поливал, муж вчера там аж на все заливал. Я вчера работал до 10 часов вечера. У меня шпиединст, 20 пациентов было, еще жара такая, боже, чуть с ума не сошла. Туда-сюда, туда-сюда, ну, 20 пациентов, говорю той женщине, которая вот мне писала, 20 пациентов, это зашел-вышел, там таблетки, чулки, потом снотворное надо давать. Ну и вот так вот вчера у меня целый вечер. Начала, как начала, вот где-то когда, во сколько я пошла, в 3 часа, с 4 я начала, и все, и пошел. Вот, сейчас поеду на дачу с вами, покажу вам огурцы, какие огурцы сажаю, что там у меня делается. Такое все понемножку сегодня вам сниму, а то мне пишут, где ваши видео, я... Ну, вчера не было просто. Да и когда такая жара, тоже в субботу закупилась, думала, видео сделаю. Какой там, не сделала, так устала. В субботу тоже такая под 40, а вчера вообще ровно 40 было градусов. Сейчас все пооткрывала, балкон такой, все, чтобы немножко проветрилось. Сегодня хоть пасмурно, боже, хоть немножечко это, такая погода прохладная. Но это ненадолго. Это ненадолго, конечно. Потом будет душно и жарко опять. А завтра опять ровно 30. Только сегодня один день сказали, вроде будет, что пасмурно. Посмотрите, как травка здесь у нас выгорела. Под нашими квартирами. Очень выгорела. Покажу вам немножко. Все выгорает. Так. Сегодня школы у нас нету, сегодня понедельник, сын дома, не буду ему мешать, потому что еще рано утро, пускай отдыхает, а я поеду курс на дачу, потом заеду, куплю клубнику и сейчас вам покажу обзор кроссовок. Кроссовки такие я купила себе, вернее выписала, Nike, кому если надо, они очень легкие, сейчас я вам покажу. Так. Включила свет, девчата. Вот они какие. Я выписывала их. Очень легкие. Ну, их сейчас быстро разбирает. Пришлось розовые брать. Я хотела белые. Они как раз сейчас в моде. Вот такие вот. Вот они. Как раз и для работы хорошо. Легенькие-легенькие. Потому что на работе это беготня, всегда в дороге и всегда на ногах. А у кого высотки, постоянно по этим лестницам бегаешь, до того приходишь домой, что так ноги болят, вы не представляете. Вообще ноги болят сильно прям. Вот добралась наконец-то я до дачи. Я выехала, у нас тут такой ливень пошел. Сейчас вам покажу огурцы. К сожалению, хочу сказать, я когда их сажала, я вырвала эту фирму. Но я вам найду эту фирму, потому что я их каждый год сажаю. Они в Деннере есть и вот в Лидли. Это самые такие дешевые были огурчики. У нас дождик. Ой, как хорошо. Дождик пошел, знаете, такая аж пылью пахнет. Ну куда вчера 40 градусов было, это же невозможно. Позавчера было 37 градусов. Сейчас пришла на проверку. Думаю, быстро-быстро проверю. Что тут у нас, конечно, все мокрое.
Сейчас я вам, знаете, покажу огурчики, вот эти вот как раз, которые я посадила. Чус! Смотрите, какие у меня цветы. Пересадила, они еще пышнее стали. Так, пойдем посмотрим. Когда у меня был влог? 3 дня назад? 3 или 4 дня назад? Я вам, помните, говорила, я по 3 штучки посадила огурчиков. Так, вот тут вот уже, вот они повылазили. Вот тут 3 штуки вылезло. Тут вот 2 штучки вылазит. Тут еще пока нет. Ну, подождем, может быть, я их немножко глубоко туда закопала. И вот, вот это вот все с этой пачки. Все вот именно вот с этой пачки. Я рассказывала, в прошлом году вот эти дорогие понакупала, и толку с них не было. Не знаю почему, хотя это семена, они везде же одинаковые. Так, вот этот молоденький, надо, ой, надо опять подвязать мне, опять подвязать. Они так быстро вот растут, посмотрите. Сейчас я сорву. Вон еще очень много. Вчера тоже муж столько, говорит, салат тут делал. Столько вчера тоже год вырвал. И они, огурцы у нас вообще хорошо идут. Огурцы, вот салатная, вот капуста, вот это вот я всегда сажаю. То, что на даче такой раз, быстро, легкое покушал. Он уже мешочек приготовила с мусором. Муж приедет, заберет. У нас так пасмурно, ну хорошо. Завтра опять жара начинается. И мне завтра рано утром на работу, только аж на после обеда сюда приеду. Посмотрите, моя лилия еще выше стала. Такая красавица. Смотрите. Высокая такая прям стала. У нас тут новые миттеры. Вот я теперь не могу понять, или они купили, или они просто митывают. Но я думаю, что не будут выкупать. Тоже порядок там наводит. Я вижу там все по, как вам сказать, пообрубали все деревья, все вот эти вот кусты, зеленый забор тоже они как убрали. Но, ну, по мне бы, я бы лучше этот зеленый забор оставила вот такой вот. Они хотят ставить вот такой деревянный, но не знаю я. У каждого свой вкус. У нас просто не было здесь, когда мы зашли, только вон там, вон прямо было. А если вот так вот было бы, мы никогда бы его как бы не убрали. Семья молодая, 2 детишек, молодые они. Листики хожу, сразу собираю. Сразу листья собираю. Это тоже. Вот она тоже, эта капуста, тоже вкусная такая. В прошлом году я брокколи садила, но что-то они у меня все поели, эти брокколи, и они мне не идут. Эти брокколи, не знаю почему. Может быть, от земли зависит, наверное, это, ну, биштым-то от земли зависит. Видите, там что творится. Делают порядок. Ну, каждый по-своему делает. Помидорки тоже у меня цветут, там где большие такие тоже висят помидоры. Тоже вон какие большие. Подхожу к этим цветам и опять забыла, как они на хосты все. Хосты вот это вот я там понасадила. Посмотрите, он уже у меня расцветать собрался. Вон та голубика, кто не знает, потому что у меня новенький на канале, они не знают. Это голубика, как на севере у нас росла вот это вот. Мы ее ходили собирать. Вот это вот голубика. И вон там, а вот куст. Куст такой тоже. Ну вот, а не побольше. Этот побольше, этот нет. Так, вот что хочу сказать. Вот этот мой... гортензия, по-моему. Видите, она от солнца. Хотя солнце сюда мало попадает. Или она от жары вот такая вот все завяла. Сейчас сразу соберу мусор.
Смотрите, прям вся вот такая вот. Ой, я уже ее и поливала, не знаю, что с ней. Это тоже хосты у меня, они разные. Я их сажала. Один такой, другой такой. Тоже расцветать собрался. Видите, какая красота. Лук у нас такой крупный. Вот этот вот. Тоже, кто живет в Германии, я покупала в Лидле. Он тоже недорогой был. Этот лук. Я не знаю, сколько там стоило. 2 евро с лишним. Вот такой вот крупный. Вот такой вот крупный. О, куда он полез? Это цветочек мой. На забор. Надо подвязать его. Кальраби мы уже съели, вот одна осталась. В этом году что-то я их мало посадила. Эти у меня вот оливки стоит, куст, не знаю, куда посадить. Он у меня пока стоит, думаю, пускай я еще место найду, потом посажу их. Вот это вот красавица, оливки, там мне 2 штуки. Не знаю, может один на балкон забрать. Тоже неохота набивать, потому что я не люблю забивать балкон и вообще и квартиру, и вот такое, чтобы было все забито. Чтобы было, знаете, как... пользоваться тем, что как бы нам надо. Потому что мы все понакупаем, даже новое, сколько мы... Я не знаю, мы даже этих вещей не носим, мы даже не только вещей, и вообще вот такое мы вообще как и, ну, не пользуемся, а вот берем, 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 а в этом году сказали, все, такого больше не будет. Винограду тоже очень много. Конечно, извиняюсь, что так получилось, я когда открывала пачку и эту фирму, я ее просто вырвала. Я думала, там снизу тоже есть, а снизу там нету, там просто стоит, как, ну, как сажать, вот такое вот все. Сегодня я на Фараде, на своем BMW. Тут рядом, у нас 10 минут дачи, можно пешком пройти. Вот она же забору, я говорила про это. А у этих соседей там прямо по краю и вот сюда выходит. Мне кажется, там так красиво все закрыто. Ну, у каждого свое, конечно, пускай делают. Виноград покажу. Тут у нас в этом году все усыпано. Я уже говорила. И белый, и черный, и такой, как, знаете, как вам сказать, как черно-светлый вот такой тоже виноград. Листья, если заметили, на них разные. Вот этот вот крайний, он черный-черный. Посмотрите, какие большие листья висят. Тут у нас 4 штуки, 2 белых и 2 таких вот темный и светлый виноград. Ну, я имею в виду, что как дунпель такой, как синеватый. Посмотрите, и на каждом кусте разные листики. Ну так, вроде бы все проверила, потому что что я пришла. Еще не только из-за огурчиков, но у нас сильный дождик был ночью и сильный ураган. Ветер прям сильный был. И думала, тут у меня, может быть, все такое попадало, может, попереломало, вроде бы все стоит. Все, будем прощаться с вами. До встречи.